Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Ashwood. С вами я, Юрий Гимельфарб. И мы начинаем нашу традиционную вечернюю передачу по будням. Вот тут за последние два дня произошло два события в городе Екатеринбурге. Первое – это отмена выборов мэра Екатеринбурга, который, напомню, в 2013 году был избран на достаточно честных выборах. И второе событие – это то, что семья погибшего вагнеровца, тоже было это в Екатеринбурге, переругалась из-за денег, которые ему были положены. Так вот, именно с этими вопросами я обратился к человеку, который родился и вырос в Екатеринбурге. Помочь разобраться. Итак, Саша Романенков, автор и ведущий канала «Реальная журналистика». Добрый день, Саша. Всем привет, это «Реальная журналистика». Спасибо, Юр, что позвал. Ни разу, честное слово, у тебя не был в эфире. Тебя миллион раз приглашал, у тебя впервые, ну... Красиво у тебя, оказывается. Спасибо. Это мое упущение, что не приглашал. Так вот, Саш, вот тут такой интересный вопрос. Вот вчера я так очень кратко его поднял. Но вот обрати внимание. Полуторамиллионный Екатеринбург. Выбирали мэра 360 тысяч человек. Ровно треть пришла на выборы. Из которых 120 тысяч проголосовали за Ройзмана. А вот на митинг, который состоялся в Екатеринбурге, пришло по официальным данным 1700 человек. Ты назвал вчера цифру от 3 до 5 тысяч. Вот я и задаю вопрос, а почему это происходит? Что людям все равно? Нет, ну, во-первых, я не знаю, какую цифру я назвал, потому что я в этом не ориентируюсь, я изначально сказал, что я примерно по своим каким-то вот внутренним ощущениям, как их там считают, для меня до сих пор это загадка, когда нам рассказывают, было там 100 тысяч человек или 5 тысяч человек, я не знаю, каким образом они все это делают, как считают. 18 лет журналистики понятия не имею, но я думаю, первое, что там получилось, ну, во-первых, это был рабочий день, это был понедельник, почему это было перенесено на понедельник, я думаю, если ты видел, да, кадры с этого митинга, я и на митинге побывал, и потом кто-то что-то из коллег мне присылал, потому что, ну, мы не все успели снять по понятным причинам, у меня не НТВ, да, мы не можем в 28 камер работать, я так понимаю, что они на понедельник как раз перенесли все это мероприятие, потому что ты же видел, туда пригласили, в том числе там был Гудков, был представитель штаба Навального Волков, по сути, второй человек в этом штабе, и, видимо, ну как-то с этим было связано, что на понедельник перенесли. И это все происходило днем, очень много людей на работе. Вот в это время мне, по крайней мере, хочется на это надеяться. Ну, а второй момент, это, наверное, камень в огород организаторов, потому что вот даже я на тот момент находился в Екатеринбурге, я понятия не имел, во сколько все это дело произойдет, почему очень слабая промо была. Где-то там катался ролик Навального, что, ребят, мы вас приглашаем. Ройзман пригласил, но конкретных там времени конкретного вот я нигде не нашел. Там где-то кому-то позвонил, вот таким образом я узнал. А не все же с утра до вечера сидят в интернете, я имею в виду простых смертных людей, которые... Ну, каждый день ходят на работу, у которых суббота-воскресенье выходной, ну, среднестатистический россиянин, скажем так. То есть, они просто об этом, может быть, и не знали. К сожалению, вот так вот получилось. Ну, мне хочется так верить. Ну, а по большому счету, мы с тобой оба знаем, что у нас, недаром ведь эту поговорку, да, придумали. Пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. Ну, видимо, опять сидим, чего-то ждем, когда кто-то придет и что-то сделает за нас. Ну, я только вот так это могу объяснить. Я тоже наблюдал огромное количество вот таких вот митингов. И не только в Екатеринбурге, но и в Москве, и в других городах России, когда, да... Мы все дружно сидим где-то в интернете, на ютубе, сидя на диване, ждем, что же там, что там эти пацаны сейчас устроят, вместо того, чтобы собраться и самим куда-то прийти, ну, хотя бы просто для того, чтобы показать, для массовки, грубо говоря, уж простите меня за такие слова, чтобы показать, что нас много. Ну, к сожалению, никак наши люди до этого не дойдут, но, видимо, пока мы будем ждать, когда прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, ну, видимо, ничего и не поменяется. Меняется как-то так. Но
Тут вот вопрос вот какой. Я ведь не случайно назвал стрим «Есть ли право собственности?». Вот обрати внимание. Ну вот простой пример. Вот у нас есть, ну вот у меня телефон. Это материальная собственность. Мы с тобой оба люди творческие, выкладываем ролики в интернет. Это интеллектуальная собственность. А право выбирать, право самим определять свою жизнь, это, ну если угодно, это наши гражданские права. То есть тоже это можно назвать собственностью. Так вот, интересная деталь. Вот почему я этот вопрос задал именно вот с этим случаем, когда переругались родственники убитого из-за страховых выплат. Отними у человека кошелек, он будет протестовать, он глотку порвет. Отними у человека интеллектуальную собственность, парадокс. Если мою собственность отнимает, я там на Ютубе буду кидать страйки, я буду жаловаться, мне это не понравится, но сами мы при этом не считаем зазорным украсть чью-то собственность интеллектуальную. А вот у людей отнимают, по сути, их собственность, люди молчат. Вот Юра, как ты это объясняешь? Извини, что перебил. Я бы на твоем месте просто вот эту вот историю коротенько хотя бы людям рассказал, да, а в чем речь про вот этого вот убиенного военного, чтобы можно было, чтобы люди хотя бы понимали, о чем речь, потому что мы с тобой совершенно правильно. А там история банальная, что некий Руслан Гаврилов, он поехал в Сирию, в ЧВК Вагнера. Как утверждает его гражданская жена Оксана, никого не убивать, не умирать, а просто заработать денег. Ну, в феврале, после событий в Дейр-эз-Зоре, видимо, он оказался среди тех, кого там американцы одним ударом накрыли. Вот. И, ну, точно неизвестно откуда, но, в общем, поступили этой семье... За смерть этого Гаврилова причиталось 5 миллионов рублей. И вот тут началась интересная история, что якобы сам Руслан просил, чтобы в случае его гибели его, эти деньги отдали его несовершеннолетней дочери от первого брака, а родственники отдали девочке только 3 миллиона рублей, а оставшуюся долю, по словам родных, они... решили разделить между собой или передать там какой-то другой родственнице. В описании к ролику есть ссылка, когда это ведущий портал Екатеринбурга Е1, он описал эту историю, то есть там все родственники переругались, перелаялись между собой из-за денег. Вот, то есть вот я говорю, отними у человека кошелек, протесты, родственники друг другу глотки готовы перегрызть, а вот у людей отнимают гражданские права и все. И вот у меня возникает вопрос, что с одной стороны, а так ли уж нужны нашим людям вот нематериальные права? Не лучше ли? Вот мне перед стримом прислали вопрос, а может вообще вот нужно, чтобы за нас решал добрый барин? Люди же не протестуют против этого. Вот тебе так не кажется? А там дело вот в чем. Тут, наверное, надо разделить это на несколько моментов. Во-первых, в строках моего письма, чтобы я сказал. Во-первых, мы до сих пор не понимаем, что такое собственность. Нас никогда никто этому не учил. То есть вот огромное количество людей, и ты, и я, мы родились и выросли, ну, может быть, не выросли, но какого-то определенного момента жили при советской власти, при Советском Союзе, где все было вокруг народное, все было вокруг ничье, да. Нас никогда этому не учили, мы всегда были, ну вот мы не понимали, что такое собственность, что, где, почему, то есть все общее, вот оно общее, и привет родителям, и наши родители потом нас точно так же учили, они сами этого не понимают, очень многие люди из моего поколения даже, да, несмотря на то, что когда развалился Советский Союз, мне там было-то всего ничего, там что-то 12-13 лет, что ли, но тем не менее,
родители тоже учили так, как их учили. Мы не понимаем, и, наверное, должно пройти энное количество времени, чтобы мы начали понимать, да, что такое собственность. Чтобы мы научились ценить вообще труд другого человека. Вот ты очень правильно сказал, там, сказал слово смартфон. Вот у меня в руках вот эта вот штуковина, она называется смартфон. Они разные, да, есть подороже, есть подешевле, но у меня вот не самый дорогой. Не будем рекламировать эту фирму, и тем не менее, вот так вот спроси, да, человек, очень многие люди возмущаются, говорят, а почему вот эта хреновина стоит там 20, 30, 40, ну и дальше, в зависимости от модели смартфона, в зависимости от фирмы-производителя, начинают спрашивать, а почему она так дорого стоит, это же, о, господи, там болты, гайки, вот посчитали вот эти вот железяки, из которых он состоит, ну какие-то тут пластмасски, тут стеклышко, тут еще что-то, вот посчитали, говорят, ну блин, по большому счету, ну его себестоимость там 2, 3, ну 4, ну максимум 5 тысяч рублей, почему он в магазине-то стоит там 30, 40, 50. Вот, никому в голову не приходит, что это не просто кусок железа, да, это еще чей-то интеллектуальный труд. Туда кто-то придумал, написал программу, и что-то там еще, какой-то, кто-то сидел ночей, не спал, все вот это вот изобретал, и по большому счету, что такое это смартфон? Это сегодня все, это тебе, пожалуйста, хочешь телефон, хочешь записная книжка, хочешь компьютер, хочешь калькулятор, хочешь этот самый навигатор GPS, да? Да просто телевизор, ты можешь посидеть, кино посмотреть через него, и так это все. То есть это огромное количество вот всего на свете, собранное вот в этой маленькой штучке. Кто-то все это взял, придумал, вложил туда какие-то свои труды, но наш российский человек, к сожалению, он не понимает всего этого. Он реально, он привык считать болты и гайки. Вот тут столько-то болтов, столько-то гаек. И какого хрена, почему я должен платить за какую-то там чью интеллектуальную собственность? Я вообще не понимаю, что это такое. Как мне, как и тебе, я думаю, многие пишут, да любой дурак вот так вот возьмет и сделает. Во-во-во-во-во! И мне постоянно говорят, что ты тут сидишь, и тебе наверняка это говорит, что ты тут сидишь перед экраном, сидишь, трындишь. Иди работай! Так, мил человек, тебе-то кто мешает? Ну, попробуй так. Нет, люди не понимают. Больше скажу, мне вот постоянно, я натыкаюсь на комментарии, когда мне люди пишут, а что Америка производит? Все, вот все эти айфоны у Apple собираются в Китае. Так, мил человек, а то, что, да, действительно, 99% комплектующих айфонов, кроме сапфирового стекла, производится в Китае. Но программное-то обеспечение где производится? В Соединенных Штатах, и это вот основная его суть. Нет, люди этого не понимают. До них это не доходит. Они не хотят этого понимать. Нас, к сожалению, со времен СССР вот так вот учили, что работать, это вот в представлении очень многих наших с тобой соотечественников, это вот ходить на работу с 9 до 7, там с 9 до 6, неважно, да, вечера я имею в виду, вот это вот значит ты работаешь. Если, значит, ты не ходишь в офис и не протираешь там штаны, значит ты не работаешь, да, мы можем считать продуктом только то, что мы можем пощупать. Вот мы взяли вот такую вот штуковину, да, там, вот мы ее пощупали, вот это продукт, да. А то, чем мы пользуемся каждый день, вот сейчас мы с тобой пользуемся интернетом, да, для связи друг с другом, мы ведь его не можем пощупать. Никто из нас с тобой даже примерно не представляет, как выглядят эти соты там, да, как выглядят эти сигналы. Его невозможно взять за хвост и пощупать. Это... Человек у нас, к сожалению, вот воспитан вот так вот, что он, ну, если он не может пощупать, значит, этого нет. Вот ему вот это вот вдалбливали в голову долгие-долгие годы. Это было при Советском Союзе, потому что так было удобнее. Это было после Советского Союза, вот 26 лет как нет Советского Союза, 25 декабря 1991 года спустили советский флаг над Кремлем и подняли российский. Прошло 26 лет и уже 3 месяца. И тем не менее, все эти 26 лет и 3 месяца нам все равно пытались промывать мозги как раз именно по той старой советской схеме, что работать это только взял метлу и пошел мести. Но с другой стороны, вот так вот если посмотреть, вот сегодня очень многие там где-то сидят, плачут в каких-то регионах, говорят, вот у нас закрыли завод, давайте посмотрим, какие есть заводы сегодня. То есть вот у меня есть пример на Кавказе. У меня приятель,
кстати, с китайцами заключил договор. Они открыли там большой, огромный кирпичный завод. Вот новые, совершенно новые технологии. Они производят этот кирпич, причем в соседнем городе стоит такой же кирпичный завод. Они производят на своем заводе кирпича в два раза больше, чем там. Но там, на том заводе, работает 1500 человек, а у него, знаешь, сколько народу работает? Сколько? 8 человек всего. 8. То есть, ну, все остальное делают роботы. Сегодня вот, ну, это вот, вот так вот уже. Ну, сегодня правильно, это мне напоминает, Саша, мне это напоминает старый еще анекдот времен перестройки, когда на какой-то конференции собрались директора заводов, и вот и так получилось, что вот директор японской фирмы и директор российской фирмы производят приблизительно один и тот же товар. Ну, наш спрашивает японец: сколько у тебя человек работает? Японец отвечает: у меня 10 человек, а у тебя сколько? Ну, наш думает, что ему ответить, у него работает 2000 человек. Он подумал и говорит: 11. Ну ладно, на следующее утро они просыпаются, встречаются утром в холле гостиницы, японец с красными глазами, не выспавшийся, говорит: слушай, мы всю ночь думали, а что у тебя 11 человек делает? Вот так и получается. Но я это все-таки по-другому скажу. Вот обрати внимание, вот ты упомянул, рухнул Советский Союз. В результате людям вот эти демократические права и свободы, им они их не завоевали, им их дали. И сейчас точно так же их отнимают, они не научились это ценить. Так вот, я возвращаюсь к вопросу Александра Стрыгина, который вот перед самым началом стрима задал этот вопрос. А может быть, и не нужны нашим людям гражданские свободы, демократия? Может быть, действительно им удобнее жить в парадигме? Пусть барин даст нам то, что надо, а нас не интересует. Пусть будет барин. Может быть, это действительно планида нашего народа, нашей страны, жить вот в такой парадигме. Как ты думаешь? Знаешь, я тебе отвечу, наверное, вот так вот на этот вопрос. У нас, когда мы жили при советской власти, мы все хотели... Это вообще, в принципе, для российского человека, наверное, очень показательно, и это действительно так и есть. Когда мы жили при советской власти, где был лозунг, да, у нас в стране все равны, а вдруг в какой-то момент некоторые люди осознали, сказали: нет, что-то я не хочу быть как все равны. И это были те люди, которые в основном работали и пахали. Это была некая эпоха цеховиков, да, когда кто-то просто задумался: какого хрена, вот я пошу в три раза больше, чем мой сосед Валера, да, а получаем мы одинаково, я так не хочу. И все люди подумали и сказали: ну да, действительно, потому что у нас же каждый уверен, что он-то занимается архиважным делом, все остальные занимаются ерундой. Когда развалился Союз, вот этот тот самый цеховик, он сказал: хорошо, и он начал создавать предприятие, он заложил, может быть, квартиру, машину, где-то рискнул, залез к бандитам там в кредит и так далее. Он рискнул, все остальные не полезли, сказали: о, блин, что-то ну его нафиг, посмотрим, что у него получится. И когда, значит, у этого человека получилось, и он сказал: ну, ребят, я готов вас взять к себе на работу. То есть, когда наступил вот этот вот развитой капитализм, они пришли к нему. То есть, он создал это предприятие, рискуя всем, они в это время отсиживались в кустах, вот эти вот люди. И когда они к нему пришли и сказали: слушай, что-то нам опять не нравится, блин. Ты больше нас имеешь. Да, ты больше нас получаешь. С какого перепугу? Мы хотим... То есть, у нас он такой менталитет очень странный. Он такой... И не советский, но и не капиталистический. То есть где-то, когда нам удобно, мы хотим быть капиталистами. Но когда оказывается, что капиталистам-то надо работать, чтобы был капитал, мы говорим: не-не-не, мы хотим быть социалистами, мы хотим коммунизма и так далее. Ведь почему вот эта светлая идея коммунизма, она очень прям вот была, приветствовали ее советские люди, русские люди. Потому что вся идея коммунизма какая была, ну, грубо говоря, условно. Я не говорю сейчас полностью, да, обо всем этом. Самое главное, что услышали люди: деньги отменят, ничего не надо будет нигде ни за что платить. Приходи в магазин, бери, что тебе нравится, то есть вот. Никто не подумал, что там было другое еще, да, еще один момент, что надо... Что и у тебя ничего всем не будет твоего. Да, нам надо будет пахать всем, как котам помойным, а мы не хотим пахать. Мы хотим взять, прийти и получить, взять, все.
А Пахать, пускай работает Махмуд, ему полезен труд. Вот, и, собственно, мы сегодня это и наблюдаем, да, вот все вот эти вот чернорабочие у нас сегодня на улицах, кто это? Это все как раз Махмуды, Магомеды, гости из Средней Азии. Равшаны, Джамшуты. Да, потому что мы не хотим идти на черновую работу. А, ну как, я что, мне с метлой, ну стремновато стоять, помахивать метлой. Но с другой стороны, чё мы начинаем кричать, понаехали тут эти люди из Средней Азии и наши рабочие места отбирают. Так ты же не хочешь идти делать эту работу вместо них. Ты не хочешь работать водителем маршрутки, ты не хочешь работать дворником, ты не хочешь работать укладчиком кирпичей, ты не хочешь этого всего. Ты хочешь быть директором. Вот есть такой хороший фильм, один из первых фильмов с участием Михаила Пореченкова, называется «Колесо любви», по-моему, он называется. Не помню. И вот там есть такая вот, это первый, по-моему, вообще фильм, в котором он снялся, 80 какого-то там лохматого года, не суть. А, там было там была такая сцена, которую я все время вспоминаю, спорили два человека. Ну, ситуация как в «Кавказской пленнице», то есть большой какой-то папик, и вот, значит, он хочет жениться на дочери там неких двух джигитов, и он им объясняет одному джигиту, который чуть поумнее, он говорит, ну, он говорит, а что я буду иметь, вот я там, да, получу, если я тебе дочь, сестру свою отдам в жены, что я буду иметь, он говорит, ну, я тебя сделаю начальником моей охраны. Второй говорит, о, а я тоже хочу быть начальником. Он говорит, ну как, ну давай, говорит, нет у меня больше должности начальника. Ну давай я тебя сделаю начальником Атары. То есть, в смысле начальником Атары? Говорит, что я пастухом, что ли, буду? Я не буду. Нет, он говорит, нет, не пастухом. Уж начальником Атары. Задумайся, начальником. И тот тогда сказал, о, вот, да, тогда я согласен. То есть, у нас каждый суслик-агроном, к сожалению, у нас все хотят быть начальниками. У нас народ не хочет, да, пройти вот этот вот путь, начиная там от самых низов до самых верхов. Мы сразу хотим, выходя там из вуза, из института, неважно, что мы толком ничего не умеем и ничего не знаем, но мы уже сразу вот любого студента сегодня спроси, кем ты хочешь, ну, я же 5 лет там образование высшее получал, ну, как минимум, каким-нибудь начальником отдела. Прости, а что ты сделал для того, чтобы стать начальником отдела? Что ты вообще умеешь? Что ты знаешь? Какой у тебя опыт? Так вот, Саш, я тогда тебе сейчас страшные цифры приведу. Дело в том, что, как известно, в ближайшее время должна состояться встреча между главами Северной и Южной Кореи в демилитаризованной зоне. И вот телеканал ТВЦ провел опрос, в какой Корее вы хотите жить. Дорогие друзья, Саша, вы готовы вот все сейчас посмотреть результаты этого опроса? Их есть, ну, у меня. Смотрите. Ну, похвастайся, давай уже снимемся. Сейчас. Смотрите. Красная 52% хотели бы жить в Южной Корее, а 48% хотели бы жить в Северной Корее. Я задаю вопрос. Ребята, это что? То есть наш народ устраивает вот эти идеи чучхе, устраивает жрать траву, устраивает каждый день молиться на статую вождя, которую нельзя снимать сзади, и в обязательном порядке раз в год ходить в мавзолей всех кимов, а также быть отправленным в лагерь, если после смерти очередного кима ты плакал плохо. Вот он результат опроса. Ребята, я повторяю вопрос, это что? То есть мы возвращаемся к вопросу, так может быть нашим-то людям вот это все и не нужно? Нет, я думаю, что это отвечали люди так по незнанию, да, потому что очень мало вообще себе народу представляет, чем Южная Корея отличается от Северной. Вот и все. У нас не так много людей, которые вообще хотя бы хоть в чем-то разбираются. У нас еще одна проблема нашего, наверное, российского гражданина, что она населена, наша страна, профессорами около всяческих наук, которые уверены, что они знают все, что они в курсе вообще всего, что происходит в мире, хотя сами вот по вершкам и
и то не до конца соображают. Поэтому я думаю, что отвечали в основном вот таким вот образом те люди, которые в принципе не понимают, что это за Северная Корея, где она находится. Ну вот здесь, Саш, я с тобой не соглашусь. Это зря. У нас... Пусть вы выйдете на улицу и опроси наших россиян, да, знают ли они, где находится Северная и где Южная Корея, чем они отличаются? Они друг от друга отличаются. Тебе никто никогда, я думаю, что 9 из 10 человек тебе не ответят. Но это легко проверить, мы проведем такой опрос. Это вот уже действительно становится интересно. Но я вот почему все-таки вот хочу получить ответ на этот вопрос. Может быть, вообще нам не нужна демократия и так далее, эти свободы. Дело в том, что месяц назад я разместил ролик было ли, под названием «Было ли в Советском, в Сталинском СССР хоть что-то хорошее?» И показал на фактах, на цифрах, что... ничего там хорошего не было, а вот все эти рассказы о том, как замечательно было в СССР, это лубочные мифы, которые не показывают подноготную. И вот там постоянно мне приходят комментарии, и вот сегодня я прочитал один комментарий. Мужик, ну, видимо, мой ровесник, он написал, что, так сказать, описывал, как он хорошо жил в СССР, и в конце была приписка такой фразы: «Демократия, свобода, тире». Забей их себе, и было указано, куда, в какую часть организма мне их забить. Так вот, дело в том, что у меня есть несколько знакомых, людей, которых знаю лично, которые считают вот точно так же, что им демократия и свобода не нужны. Но при этом вот назвать их лодырями, лентяями, глупыми я не могу. Они работают на двух работах, один вот на трех работах. Они работают, некоторые работают на двух ставках. То есть они не лодыри, они не неумехи, они не необразованные люди. Но им свобода и демократия не нужна. Так может действительно нашему народу это не нужно? Или нужно какой-то меньшей части? Это потому, что слаще редьки люди ничего не пробовали, к сожалению, вот так вот. Да, у нас, я уже много раз приводил этот пример, у нас загранпаспорта имеют всего-навсего 7% россиян. Можешь себе представить? 7% россиян имеют загранпаспорта, это действительно официальные данные АВИРа. То есть по всей стране выдано вот такое вот количество загранпаспортов. Все, привет родителям. А все остальные ту за границу видели максимум по телевизору. Что они знают? И вот то, что ты говоришь, да, человек работает на двух, на трех, там, да хоть на 24 работах. Ему реально фиолетово на всю эту демократию. Он тогда не жил хорошо. Он и сейчас не живет хорошо. Он никогда ничего хорошего не ощущал. Ничего хорошего в своей жизни не видел. Для него ничего не поменялось. Там с развалом СССР, но у него хотя бы в Советском Союзе... Ой, прости, пожалуйста. Ничего. В Советском Союзе у него хотя бы, ну, какие-то были... да, уверенность, что он закончил институт, его куда-то там распределили на работу. Где-то там, может, он на северах помаялся года три, его перевели там в какой-нибудь крупный город, там, не знаю, в Саратов, в Екатеринбург, если совсем повезет, там, в Питер, в Москву, да. Там где-то он там отработал сколько-то лет, ему давали квартиру. Сегодня всего этого нет. И он не видит этой разницы. Я имею в виду сейчас среднестатистического россиянина, коих много. Это не те там 1.5-2%, там 3%, ну может быть 5% населения, которые, ну по крайней мере, понюхали этот запах свободы, которые ощутили, что да, в нулевые годы, действительно, когда нефть подпрыгнула в цене в начале нулевых, и где-то это все продолжалось до 2008 года, что действительно была какая-то, ну, приличная жизнь, когда люди начали получать какие-то нормальные деньги, когда люди смогли себе позволить тут и квартиру купить, да, просто работая на работе и получая зарплату. И получали действительно хорошие зарплаты, но это, к сожалению, было в Москве. Ну, может быть, еще в паре городов, и то не все это дело получали. Ну, я не соглашусь, что это 5%. Ну, Саш, ну давай так. Советского Союза формально нет 26 лет. Фактически, те, кто родились вот в 88-м, 89-м, 90-м годах, они Советского Союза не могут помнить чисто физически. Ну, полтора поколения уже подросло.
Ну, в конце концов, ты понимаешь, что они уже сейчас детей заводят. Хоть два, хоть три, хоть пять поколений подросло, понимаешь? Если человек родился, вот я как-то ехал по одному городу, называется этот город Гуково. Это, ну, сегодня про него более-менее знают, потому что он находится на границе с Украиной, где все вот эти вот гуманитарные помощи идут и так далее, через которые. А там на самом деле, там дыра такая, что мама не горюй. И мне посчастливилось в этом городе оказаться в 2000, дай бог памяти, 10 или 11 году. Я офонарел, когда я туда приехал. И вот я помню, когда я выдал такую фразу, блин, вот родился в каком-нибудь Гуково, и все, и вся жизнь коту под хвост. Там реально, то есть можно вместе со свидетельством о рождении выдавать тебе сразу трудовую книжку, в которой будет написано «тракторист». Потому что ты никогда не получишь нормального образования, просто потому что тебе его никто там не даст. Там эти школы не развалились только потому, что их птицы обосрали. Ты никогда, естественно, с таким образованием никаким, ты никогда не поступишь в университет. В нормальный, хотя бы в том же Ростове, это Ростовская область. И вот действительно, что этим людям делать? Полтора, два, три поколения, да, ты говоришь там правильно, вот выросло полтора поколения. А что дальше? Вот если он родился в этом Гуково, вот куда ему деваться? Очень мало людей, которые вырвались куда-то. А для того, чтобы вырваться, нужно хотя бы какое-то более-менее приличное образование. Переехать в тот же крупный город, я не говорю сейчас про Москву, да, в тот же там, не знаю, Екатеринбург, например, переехать. Это сегодня надо, ты приедешь, тебе надо где-то жить. Это надо иметь энную сумму денег, чтобы снять квартиру. Квартиру снять в Екатеринбурге порядка 20 тысяч. За первый, за последний месяц заплати сразу две цены, да, это уже 40 тысяч. Агенту денег отдай еще 50% от сделки. То есть минимум 50 тысяч ты должен иметь, чтобы перебраться в этот Екатеринбург. Минимум. А еще жить на что-то надо до следующей зарплаты. То есть, ну, хотя бы 1060. А если в этом городе средняя зарплата 12 тысяч, где он, блин, возьмет эти деньги? Куда он денется? И вот ему деваться некуда. Он вот так. Есть рисковые ребята, которые едут. Но по большому счету вот так вот вырваться из этой нищеты невозможно. Очень, ну вот тут вот и в чате Евген Мороз пишет, по факту советская система никуда не ушла. Так может он прав? Ну как, ты знаешь, на самом деле советская система, она была не такая уж и плохая. К сожалению, все, что хорошее было в советской системе, мы взяли, перечеркнули и разрушили, а все, что было вот негативного там, да, а вот это вот мы перетащили вот в эту жизнь, да. То есть, как было, что у нас в стране все равны, но некоторые равнее, да. И мы вот так вот живем, для нас до сих пор никого не удивляет. Почему чиновник, да, обычный чиновник, слуга народа, вот меня это возмущает, да, почему его дочка живет за границей, почему там он получает какие-то сказочные миллионы, он чиновник. Но при этом он нас учит любить родину. Потому что в Советском Союзе научили, что это небожители, им можно. И мы не воспринимаем никак по-другому. По идее, где-то в другом месте, в другой любой стране, люди бы задались целью, а действительно, какого хрена, он чиновник? Почему, на какие шиши, откуда все это берется? С какого перепуга? Вот буквально сегодня с утра читал новость, где Роднина, Ирина Роднина, есть такая олимпийская чемпионка. Ну, я помню. А сейчас депутат Государственной Думы, на минуточку, который, отвечая на вопрос журналиста, сказала: да, мой ребенок живет в Соединенных Штатах Америки с 1990 года, ну и что в этом такого? И для народа это нормально. Что значит, что в этом такого? Во-первых, ты, если бы ты была просто Ирина Роднина, олимпийская чемпионка, это один коленкор. Но ты, на минуточку, депутат Государственной Думы. Ты не можешь просто вот взять и сказать, ну и что в этом такого, потому что, ты мать, да, и мы все прекрасно понимаем, что, естественно, любая мать, она будет заботиться о благе своего чада. В любом возрасте, мы все для них дети, что она будет делать? Значит, она будет делать так, чтобы ее чаду жилось хорошо. То есть, она что, обо мне, о тебе будет думать? Нет, она будет думать о своем чаде, который живет за рубежом. Что она будет делать? Она будет выводить деньги из страны, чтобы у чада были где-то накопления, там, ну, я имею в виду заработанные свои деньги, да, там,
не только своя, своих друзей, вкладывать в экономику не своей страны, а вкладывать в экономику, да элементарно даже тратить их, да, это уже тоже вложение в экономику. Открыть счет где-то в Bank of New York или в Сбербанке, это тоже две разные вещи. Это тоже называется вкладывать в экономику. И она будет вкладывать в экономику там, за бугром, в чужую экономику, потому что там ее ребенок живет. Она будет думать в первую очередь о своем ребенке, только потом о своем народе. И у нас почему-то люди об этом не задумываются, они говорят, ну да, действительно, ну пусть живет. Пусть живет, повторюсь, как у чемпионки родненной, пусть живет, но пусть тогда уйдет из Государственной Думы. Ну, не общем... нужен мне такой депутат, который априори будет думать о другой стране. Так вот, вот. Мне не, ну, тебе не нужен, мне не нужен, мыслящим людям не нужен. Но вот мы же сейчас как раз и обсуждаем вопрос, а остальным-то... большинству получается, что им все равно, лишь им бы им давали равно, пайку. Им все равно. У нас день прошел, и слава богу, к сожалению, вот так вот подавляющее большинство людей думает, ну, день прошел, и бог бы с ним. Да, мы можем посмотреть, вот ты сейчас прям можешь зайти, прям в эфире это сделать, и посмотреть, что в трендах Ютуба сегодня висит. Зайди, просто глянь, ты будешь сказочно удивлен. Там не висят какие-то блогеры, журналисты, какие-то, может быть, даже телевизионные программы, которые отправлены в YouTube, которые заставляют задуматься. Там висят опять какие-нибудь котики, какие-нибудь матюки, какой-нибудь хохмач, какая-нибудь фигня, которую собирают... Миллионы просмотров. Мне однажды показала моя супруга один... канал, я обалдел, просто вот я, по-моему, приводил этот пример, не знаю, тебе, не тебе, канал, значит, какой, то есть круглосуточно он снимает одно и то же, значит, камера направлена, коробка со щенками, вот там в этой коробке сидит штук 6, по-моему, щенков, и камера 24 часа в сутки все это дело снимает, вот этих щенков, и транслирует в YouTube в прямом эфире. То есть вот они поспали, эти щеночки, проснулись, покакали, покушали, опять спать легли. 24 часа в сутки я зашел, я обалдел. Одновременно это видео, когда я зашел, смотрело 6 миллионов человек. Сколько? 6 миллионов дебилов, которые сидели и смотрели вот на этих щеночков. Вот что интересует. Но это по всему миру, но от 7 миллиардов это не так много. Слушай, твой канал когда-нибудь 6 миллионов человек смотрело? Да нет, конечно. Вот, и я тебе просто как пример привел. Ну, любую пижню, есть там такая блогерша, Карина, по-моему, она, или как-то называется, которой донатят, и она сидит матом всех кроет. То есть за каждый донат она сидит матерится. У нее тоже на каждом эфире, это уже не мир смотрит, это смотрит Россия, да, там по 5, по 6, по 7 миллионов просмотров. Вот что люди хотят смотреть, вот что им интересно. Смотри рейтинги телевизионных программ. То же самое. То есть какие программы собирают самые высокие рейтинги? Ну, КВН давай не будем считать, потому что я все-таки считаю, что действительно интеллектуальный продукт. А там какие ТНТ-шные программы, не будем их вот, называть. Вот, кстати говоря, вот тоже интересно. Вот я здесь в подтверждении твоих слов напомню. Вот вчера вот у меня на канале начался новый проект «Лаборатория пива». Это не в смысле мы рекламируем пиво, а в смысле это лаборатория политического и военного анализа. Ведет ту программу полковник запаса Александр Глущенко. И вот вчера он рассказал историю про то, как он вычислил телефон и вообще, что называется, засветил ЧВК «Вагнер». Значит, в эфире радио «Комсомольская правда» выступал полковник Баранец, военный корреспондент Баранец, и там какой-то военный, то ли Тимченко, то ли, ну, какая-то вот такая фамилия, неважно. И он говорит, я, говорит, офицер, который отдал 27 лет службы, я был поражен. Ну, я-то, как говорится, медийным человеком стал только после того, как ушел из войск. А это медийные персоны сидят, открыто хамят зрителям. И там бешеные просмотры. А вот Глущенко, он вчера выступал, 3-5 тысяч просмотров. И многие, ну, кстати говоря, и не верят, что он военный.
К сожалению, это так и есть. У нас недаром, да, Потапенко постоянно говорит, думать это сложно, у нас люди не хотят думать. И это действительно, это не только россияне, это в принципе общемировая тенденция, если ты вспомнишь, да, такой пророческий был фильм, в свое время вышел в середине 80-х годов с Арнольдом Шварценеггером, назывался он «Бегущий человек». Да, да. И там как раз, да, было показано, что вот в недалеком будущем будут популярны вот такие вот ток-шоу, шоу, да? Реалити-шоу, когда там убивают людей. Вот, и в принципе, это жажда вот крови, жажда чего-то вот такого, это всегда было. Я иной раз в шутку говорю, наверное, я не тем начал заниматься. Наверное, мне надо было начать снимать блог какой-нибудь, где, грубо говоря, вот одно видео выпускаю, где я сижу на унитазе, да, и там, грубо говоря, произвожу какие-то естественные звуки. При этом матерюсь, или там какой-то, может быть, другой видеоблог, где бы мы сели с тобой, сидели, бухали, друг друга материли, и так далее. Ну, вот с этим не согласен. Вот тут оговорюсь. Вот мы как раз, вот Александр Глущенко, Александр Стрыгин и ваш покорный слуга, мы, начиная с осени прошлого года, запустили проект «Кухонная политика». И где мы сидим за столом и, так сказать, под еду и выпивку, правда, что мы пьем, нам все время задают вопрос, а что у вас в банке? Мы никому это не говорим, это секрет фирмы. Мы обсуждаем политические вопросы, но как раз, во-первых, в этой программе нет мата. Во-вторых, мы имитируем кухонный разговор, ну, на такой, на совковой кухне. Но разговариваем-то мы о серьезных вещах. А вот и не надо, понимаешь, вот в этом ты и проигрываешь, тебе не надо разговаривать о серьезных вещах. Вот если бы вы сидели там, друг друга поливали грязью, просто матерились и обсуждали, грубо говоря, сиськи у какой-нибудь тёлки, которую ты только что в троллейбусе пощупал там за причинное место, я думаю, ты бы собрал гораздо больше просмотров, нежели, к сожалению, вот такова тенденция, и ничего ты с этим не сделаешь, люди хотят видеть вот это. А напрягаться и задумываться, что к чему и почему, это сложно, это неинтересно. Это, опять же, пусть этим займется кто-нибудь, я не хочу. Я пришел домой отдохнуть, ну как-то так. Да, ну вот давай, тут нам вопросы прислали. Олег Иванов пишет, здравствуйте, Юрий, я из Комсомольска на Амуре, вопросов нет. Ну, спасибо вам за добрые слова, Олег. У матросов нет вопросов. Вот, слава богу, видимо, Амур не развился в этом году, поэтому пока вопросов нет. Да, но, кстати говоря, на Дальнем Востоке, вот летом тоже вот был репортаж, что у них в устье Амура перекрыли устье Амура, в результате чего рыбаки не смогут запастись вот в этом году уже, в 18-м, рыбу на зиму. Да, люди в Приморье. Так, Валхи пишет. Добрый вечер, Юрий Александр. Добрый вечер, Валхи. Так, Кристапс Андрейсонс, ну, пишет кодом Валяпюк, поэтому читать буду медленно. И из телефона, из Латвии, извините, нет кириллицы. Вот вопрос. У вас только что приняли закон, что государственное образование в школах будет только на латинском. У них. Только на латышском. Я в принципе за. Россия хочет нам поставить санкции. Что вы по этому поводу думаете? Ну, кто будет первым отвечать, Саша? Я считаю, что это просто откровенная глупость, потому что это их страна, действительно, на каком языке они там должны разговаривать? Почему мы решили, что мы постоянно везде должны мочить свои ноздри? Я даже не совать свой нос, да? Я скажу вот так, почему мы решили, что мы вправе мочить везде свои ноздри? Это их страна, это страна Латвия.
Почему они должны на русском языке там что-то преподавать? Вот представляете, мы сегодня там договорились о чем-то, например, с Казахстаном, вот мы с ним дружим, да, и вдруг завтра наши депутаты Государственной Думы скажут, что, ребят, в школах с сегодняшнего дня будут обучать в обязательном порядке на русском и на казахском языке. Как думаешь, как отреагируют люди? С какого перепугу? Это наша страна, это наш язык, это их страна, это Латвия. Там должны говорить на латышском. Другое дело, там уже по желанию, это факультативно. Хочешь — учи русский язык, не хочешь — не учи. Я вот в свое время, когда меня пригласили на Первый канал, мне не дали тогда это об этом высказаться, там как раз была тема обсуждения отношений вот эти опять Россия и Украина, там как раз они задели вот эту вот историю тоже, что Украина не хочет делать государственным русский язык, и все в студии сидели, возмущались. Я им тогда также сказал, я говорю, ребят, а почему они должны делать русский язык государственным? Это другое государство. 25 лет, да, как там 26, как мы в разводе, мы не живем вместе, грубо говоря, мы расстались, разошлись, как море кораблей. У них своя страна, у нас своя, но мы почему-то считаем, что мы вправе постоянно ко всем лезть. Это вот если провести параллель, знаешь, мне это напоминает, это вот такой вот есть старший брат непутевый всегда, и у него есть там младший брат или младшая сестра, и вот этот старший брат, он всегда, он уверен почему-то, вот прям уверен, что вот если он любит Deep Purple, значит младшая сестра должна любить Deep Purple. Если ему нравятся там фильмы «Игры с разумом», например, да, младшая сестра должна смотреть фильмы «Игры с разумом» и любить. Если ему нравится там, я не знаю, шашлык, младшая сестра должна, обязана просто, и по-другому быть не может. Отвали ты от этой младшей сестры, развелись, расстались. 26 лет назад, все, девочка выросла, и потом 26 лет вы по разные стороны, вы вообще друг с другом нигде и никак. Поэтому что об этом думать? Это их страна, пусть они что хотят у себя в стране, то и делают, а нам не надо совать туда свой нос. Давайте у себя в стране разберемся. У нас тут своих геморроев, вот. Но мы постоянно куда-то лезем зачем-то. Что мы там забыли? А я вот хотел, в общем-то, после твоих слов мне добавить-то практически нечего, но я вот хотел сказать еще вот о чем. Я не понимаю, почему эта проблема только в России. Я приведу простой пример. Город Чикаго. Там русскоязычная диаспора в городе Чикаго 250 тысяч человек. И там совершенно спокойно выходят русские газеты. Там есть очень популярное в Америке русскоязычное радио, называется «Народная волна Чикаго». Вот раз в две недели по четвергам я веду там свою авторскую передачу «Свободное мнение». Вот нет там проблем. Ни американцы этим не заморачиваются, никто там не заморачивается. И причем сами вот представители этой диаспоры, они в то же время они не ставят вопрос так, что вот раз мы тут вот в нашем условном анклаве, мы разговариваем по-русски, значит мы и дело производства будем вести по-русски. Нет. Там принято, что это Америка, там государственный язык английский, и все дело производства ведется на английском языке. Не возникает никаких проблем, ни малейших, но почему-то это все вот волнует нас. Я не могу понять, с какого перепугу. Это, вот я считаю, это вообще, по-моему, 825-й вопрос, который должен волновать нашу Государственную Думу, наших вообще государственных мужей. Какой язык в какой стране? Господи, да, говорите вы, ребята, хоть на смеси китайского и суахили. Какая разница? Но с другой стороны, вот я опять же задаю вопрос, вот Кристопсу, который написал, прислал этот вопрос. А что, есть какие-то проблемы у русскоязычных, у русскоговорящих граждан с тем, чтобы факультативно изучать русский язык? Насколько мне известно от моих латвийских друзей,
Такой проблемы нет, пожалуйста. Да нет, там вот изучай. Нет, проблемы, это нам в эфире по телевизору врут, что их там преследуют и так далее. Так все кто... это чушь собачья. Таких проблем нет ни на Украине, их нет. Там такой проблемы, как таковой, нет ее. Пожалуйста, приезжай, говори хоть на русском, хоть на китайском, хоть на каком. Вот, они прекрасно там все это понимают. Я не знаю, я не был в Латвии, но я не уверен, что в Латвии такая ситуация. Пожалуйста, потому что это цивилизованный мир, это мы здесь дикие. И нам, собственно, как дикие, мы объясняют, мы себя ведем-то как дикари, но мы же не приходим, вот я же не прихожу к тебе домой и не вешаю тебе на телевизор свои носки, потому что я привык делать так дома. Я приехал в другую страну, я должен просто вести себя так, как требуют правила этой страны. Я бываю за границей периодически, думаю, как и ты, но я просто сколько раз наблюдал, что чаще всего там как раз именно вот русскоговорящая публика ведут себя как свиньи, которые, вот они просто приехали, я тут весь крутой, слышь, иди сюда. Ну, ребят, наверное, надо просто забыть, что мы... Величие — это не хамство. Величие — это... умение, да, показать свою культуру. Если вы хотите, покажи. Приехал ты в другую страну, в ту же Латвию, в тот же Израиль, да куда угодно. Ты покажи, что культурный человек. Ты сделай так, чтобы тебя зауважали за то, что ты культурный. Сделай так, чтобы к тебе человек подошел и сказал, слушай, вот я прям очень хочу научиться твоему языку. Мне прям вот нравится, как ты себя ведешь. Мне нравится, как ты говоришь. Мне нравится, какие обороты речевые ты используешь. Вот это будет приятно. А не то, что когда ты сидишь и матом, недаром же вот это, да, в нашей Раше, вот это Тагил, это же не художественный вымысел, это на самом деле так и есть. А я тебе больше скажу, что вот мы с женой были в Таиланде, ну и мне стало интересно, ну, как с ними общаться, английский, ну, хорошо, но и я выучил два слова по-тайски. Савасдика, это здравствуйте, и кхапункап, это спасибо, и оно же до свидания. Саша, ты не представляешь, как тайцы к тебе, они вообще доброжелательные люди, но как тайцы, особенно вот персонал гостиницы, а у них великолепная память, насколько они уважительно, причем подчеркнуто уважительно относятся именно к тебе за то, что ты просто проявляешь к ним уважение. И вот там был случай у меня, вот реальный случай, когда наша дама тоже Тагил, она, извините, напоролась, она упала там посреди дорожки, и она даже не смогла вымолвить, с какого она номера. Так тайский персонал к нам с женой, ко мне прибежал, извиняясь, попросили помочь. Ну... естественно, помог. Они не куда-то, не полицию вызвали, они вызвали соотечественника, которого они сочли адекватным. Вот. Нам просто, я говорю, нам надо научиться, если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны привлекать к себе внимание своей культурой, чтобы люди захотели научиться именно нашей культуре, а не вот этому вот Тагил, да, а этим ты никого к себе не привлечешь. Так, еще вопрос вот пришел. Куверет, твой гость зря гонит на Карину и на стримы. Просмотры накручивают, лайки тоже. Можно замутить кучу ботов на YouTube и бомбить как угодно. Чувак не догоняет. Но здесь, дорогой Куверет, я, во-первых, я прошу к моему гостю обращаться уважительно. Это первая просьба. И второе, я... здесь с Сашей соглашусь, потому что есть соотношения, по которым можно определить, накрутки или не накрутки. А постоянно... Тут дело же было не в накрутках и не накрутках, мы говорили совершенно о другом, вот понимаешь, опять...
Вот это, наверное, национальная особенность русского человека, который смотришь в книгу и видишь фигу. Вот в это воскресенье я, у нас был прямой эфир с Мальцевым, мы вот так же разговаривали. Да, я вижу. В момент мне человек написал то, о чем я, в принципе, даже не говорил. И тут был разговор-то ведь о другом. Что смотрят? Там сидит, вот наберите вот это вот стримерша Карина сейчас после эфира, да, в поисковой строке. Да, то есть речь-то, вот, дорогой Куверет, шла о стриме. О, вот, сейчас вот, вот я прямо зачитываю. Вот сейчас, в настоящий момент, нас с Сашей смотрят 937 человек. Это отображается. И это вы сейчас тоже видите, сколько человек сейчас одновременно это смотрит. Вот о чем Саша говорил. Это 6 миллионов. А что, если бы это были бы накрутки, то я уже об этом говорил позавчера. Я напомню, был такой канал, созданный в июле, назывался он «Работа над ошибками», с которой создал некий школьник Тимур, ну так он представлялся во всяком случае, и он ругал Алексея Навального. Ну, многие это слышали. И никто не мог понять, все возмущались даже не тем, что он говорил глупости, а тем, что канал, где было 3500 подписчиков на пике, он ежедневно собирал как минимум 300-500 тысяч просмотров, от 300 до 500 тысяч просмотров, не меньше. И при этом у него было порядка 100 тысяч лайков. А количество просмотров, оно как застыло, так и было. Вот. И при этом я вот смотрел, ну я лично не видел там, чтобы хоть раз количество комментариев отрицательных было меньше, чем количество комментариев положительных. Чем это кончилось? Кончилось тем, что в январе там были явные накрутки. И видно было даже вот на дизлайк-метре эти накрутки. Я посмотрел, в январе канал школьника Тимура, это работа над ошибками, YouTube забанил за постоянные накрутки. Вот это... А сейчас, да, я не знаю, тебе ходят, не ходят, мне раз в неделю стабильно приходят письма, коммерческие предложения, что мы готовы, и прямо раз в неделю, абсолютно то же самое. Просмотров. Раз в неделю, два раза в неделю мне стабильно приходят такие вот письма, и мы можем увидеть, я не буду сейчас называть, да, вот эти вот каналы, есть каналы и среди, в общем, достаточно известных блогеров, да, можно зайти посмотреть, там, я говорю, не хочу этого блогера называть, но можно посмотреть, какое количество у него подписчиков и какое количество у него просмотров у этого человека, там нет ни одного ролика, причем у него было так среднее, шло-шло-шло, и где-то до февраля месяца в среднем каждый ролик смотрело около 50 тысяч человек, и вдруг началось... С определенного момента, что каждый ролик у него смотрит порядка там полумиллиона, 600-700 тысяч человек. Ну, мы, я боюсь, что... Саш, что мы оба поняли, о ком идет речь. Но я тоже не хочу называть. Я думаю, мы оба поняли. Количества просмотров даже у Камика нет. Вот. И я прекрасно понимаю, откуда что берется. Ну, такого не бывает, потому что, ну, элементарно такого не бывает и быть не может. Но мне интересно, почему YouTube на это внимание не обращает. А если ты зайдешь на Social Blade и посмотришь этот канал, я опять же не хочу, дорогие зрители, его рекламировать, то увидишь, что примерно что-то дней 10 или 2 недели назад у него даже YouTube списал 680 тысяч просмотров, когда там за один день 5 миллионов просмотров было. Даже YouTube это сделал. Ну, просто вот, вот сейчас все продается и все покупается, к сожалению. Ну... я всегда говорил и говорю, ребят, просто надо все всегда, любую информацию делить на 16. Вы посмотрите и подумайте. К сожалению, у нас люди, видишь, им не интересно думать, не интересно задумываться. Вот и все. Константин Ответственный задал вопрос, Петушари, что ли? Нет, это не Анатолий Шари. Нет, это не это Шари. Не Шари. У Шари, ну, Шари меньше, кстати, миллиона подписчиков не было никогда. Если я не смотрел старые его, так сказать, статистику, но... У Анатолия Шария, у него, по крайней мере, вот то, что я видел последние полгода, накруток у него нет. При всем моем негативном внимании. Давайте отдадим, да, должен,
можно, у него реально всегда все честно. Да, со статистикой. Вот кто накручивал статистику, это очень смешно. Это Алишер Усманов, что когда он выпустил свои два знаменитых ролика «Тьфу на тебя, Алексей Навальный», вот там действительно это было очень смешно. Тут и Навальный по этому поводу прошелся очень едкой фразой: «Алишер Бурханович, не надо накручивать подписки, просмотры на своих каналах, это некрасиво». Но это действительно выглядело очень смешно. Это было. Но ну, уж... не знаю, что не видел, то не видел, говорить не буду. Нет, не я знаю. Смотрел. Я вообще не отслеживаю там YouTube деятельность Алишера Усманова, мне как-то хватает чем заняться. Так, а вот Мика спрашивает, Юда, значит, что удалили, МИД Великобритании удалил твит, где указано, что новичок имеет российское происхождение. Ой, дорогой Мика, позвольте я вам объясню некоторые вещи. Вот мы, как бы вам сказать, мы воспринимаем иногда вещи буквально, и вот в этом негатив нашей пропаганды, потому что дело в том, что тут надо разделять. Во-первых, экспертное заключение дает лаборатория, которая не устанавливает, что это российское или китайское, или сомалийское вещество. Оно говорит, вот вещество такое-то. Дальше это передается в спецслужбы, в разведслужбы. А мы вчера с вами уже говорили на эту тему, что разведка никогда не засветит свою агентуру. А получить эту информацию они могут только с помощью агентуры. Но британское правительство, да, они удалили это. Ну и что? Они удалили, потому что нет решения суда. Вот. Слушай, а и можно, все. Можно я вопрос задам? Вика, конечно. Вика, да, написала этот комментарий? Или кто, как, ну, как пользователь под ником Мика. Очень хороший человек. Вот, пользователь под ником Мика, можно я вам задам вопрос? А это самая большая проблема, которая вас на самом деле волнует? То есть вас больше ничего не интересует? То есть вот именно вот МИД Великобритании, новичок, это единственная проблема в стране, которая в принципе вас касается и без которой вы сегодня спокойно не уснете? Ну, Саш, вот здесь я с тобой, наверное, не соглашусь. К сожалению, вот эти санкции, к сожалению, то, что и наша страна стала страной-изгоем... Вот кто-то написал, вот это... извини, что да, да, да. В России снова вспыхнул новый серьезный пожар в ТРЦ. Да. Персей, да. Есть жертвы. Причем это, там, насколько я понимаю, в детском опять каком-то отделении. Но, понимаешь, а Мики интересно, все-таки что там МИД Великобритании... Ну, для меня это странно, как минимум. Может, просто нас научили уже думать фиг знает о чем, лишь бы не... А вот, Саша, а вот в этом я с тобой соглашусь, что мое, и вот меня многие упрекают, что Юра, странно, ты обычно сдержан в эфирах, а вот после 25-го, вот где-то несколько дней, ты был какой-то взвинченный, тебя как бомбануло что-то. А я могу рассказать, что меня вот действительно как на современным языком бомбануло. Это то, что после этой трагедии в Кемерово сутки на российских телеканалах главная новость была, что там какие-то терки между Америкой и США. Какие-то терки там между ними. Мать вашу, это вот что это? Вот об этом надо было говорить? Об этом, да? Ну ты же понимаешь, это засирание мозгов, это нормально. Надо всегда вот засрать людям мозги, чтобы они дезориентировались полностью. Это в принципе нормальная тактика, да. Это даже тактика ведения боя. Я как человек, который служил в армии, я тебе больше скажу, как человек, который учился на офицера, это главное, наверное, на занятиях тактики, чему нас обучали. Неважно, что ты будешь, как ты будешь там конницы рассылать направо и налево, где ты будешь устанавливать орудия, танковые батальоны и так далее. Важно дезориентировать противника, просто засрать его мозги, чтобы он не понимал, что происходит. Саш, происходит. А вот ты страшную вещь сейчас сказал. Дезориентировать противника. Ну правильно, еще Сунь Цзы писал, война — это искусство обмана. Но ведь ты понимаешь, что вот
Ведь получается, что Кремль ведет в первую очередь информационную войну против нас, против граждан, и в первую очередь нас дезориентирует. То есть что это получается, что мы для Кремля противники? Вот ведь что выходит. Я бы сказал, что не Кремль ведет, а ведут эту войну определенная группа лиц, которые занимаются тем, что они нас с тобой обирают, и не только нас, но в том числе и Мику, и многих других сидят, обворовывают. И да, конечно, мы для них противники, потому что, не дай бог, мы начнем думать, мы начнем задумываться, а с какого хрена? Вот у этого есть, да, почему тот же там, как его этот губернатор Кузбасса, который ушел на пенсию, Тулеев, сказал, что он не ушел на пенсию, что он стал депутатом, получил целый дворец в качестве отступных. Ты видел вообще? Нет? Вот нет, это я еще не в курсе. Ему там вот область обломилась, вот эта вот резиденция, в которой он жил, в пожизненное пользование. Вот, а там, что такое эта резиденция, там я смог найти только фотографию со спутника. Вот, то есть она такая, там, знаешь, в несколько десятков гектаров, с лесными массивами, с прудиком, с кучей построек и так далее. То есть вот парень молодец, вот он заработал себе, видимо, каким-то образом. Никого это не удивляет. Вот, а да, и вот это печально. Но, Саш, я должен извиниться, но, к сожалению, наша передача подошла к концу. И нам уже пора прощаться. Саш, огромное тебе спасибо за интереснейшую беседу, за то, что пришел в гости. Друзья, огромное вам спасибо за ваши замечательные вопросы, за ваше внимание, за ваши донаты. Именно благодаря им канал существует. Подписывайтесь на канал NewAshWord. Не забывайте ставить лайки и дизлайки, и обязательно подписывайтесь на канал «Реальная журналистика», там очень много интересного, канал стоящий. И до новых встреч! Если будут вопросы, присылайте, друзья. Мы их с вами обязательно обсудим. До встречи, до завтра! И да, кстати, завтра будет очень интересный стрим. Рекомендую. А какой будет стрим, не скажу. Немножко помучаю. Да неужели Беркова? Не, будет еще интереснее. Вау! Как из МИДа-то, мою любимую подругу. Маша Захарова? Маша Захарова. Вот за что ты меня так не любишь, Саша? Ну вот за что? Ну все, друзья, до свидания, до завтра. Пока. До свидания, Юр.